Идея флешмоба «Займи место дирижера» пришла в голову преподавателю училища имени Данкевича Андрею Черному. По его словам, многие любят и знают популярные произведения Моцарта, Бетховена, Баха, но мало кто догадывается, как это – руководить процессом создания композиции и самими музыкантами. Предложение было мое, потому что это вообще мои студенты. Я работаю в музыкальном училище, педагогом, преподаю оркестр симфонический. И чтобы они не кисли в училище, чтобы что-то происходило у нас в городе, и абсолютно бесплатно, не за деньги, а дарить людям хорошее настроение. В горсаду собрались исполнители, которые известны любителям музыки по предыдущему проекту Андрея Черного «Voice of Symphorock». Ребятам не впервой выступать в формате, который сложно назвать классическим. А вот дирижеры-смельчаки признались, что с первого раза уловить суть управления оркестром очень сложно. Но, несмотря на чувство волнения, участники флешмоба справились с предложенной задачей, получив признание публики, восторг первооткрывателя и просто порцию чудесного настроения. Очень замечательно. Впечатление, хорошее настроение и побольше бы таких вот таких приятных мероприятий в нашем городе, чтобы было очень замечательно. Это было очень интересно. Поначалу я, конечно, испугалась, что меня выбрали. Попыталась даже спрятаться, но меня успели схватить и поставить перед оркестром. Ну, было очень весело. Мне очень понравилось. Очень-очень много эмоций. Класс. Всегда с любопытством смотришь на дирижера, потому что он какие-то делает невнятные движения, а музыканты все играют. И поэтому, конечно, это было круто так тоже поучаствовать. Я так поняла, что я сделала все неправильно, потому что музыканты очень улыбались, когда я махала что-то палочкой. Но, значит, они профессионалы. Флешмоб в горсаду призван популяризировать академическое искусство, делая формы подачи классической музыки более динамичными и более доступными широкой публике. Акция музыкантов также своего рода анонс международного фестиваля «Баян-парад», где выступят известные баянисты Украины и ближнего зарубежья, коллективы народных инструментов, струнные оркестры, включая одесский «Voice of Symphorock». Помимо этого, на фестивале будет звучать редкий нынче бандонеон. Ритмы аргентинского танго, которые сопроводит этот необычный инструмент, завершат майский «Баян-парад».